Здорово, народ! Сегодня хочу проверить один совет из интернета по установке тросика в триммер. Обычно я ставлю вот такую вот проволоку нейлоновую, она в сечении квадратная. Есть у меня вот такая помощнее, здесь вообще 3 миллиметра в сечении и она треугольная. Но вот в этот раз я решил поставить стальной тросик, тоже 3 миллиметра, заварил концы. Будем ставить. Мне кажется, это будет крайне опасная история. Вообще в интернете я неоднократно встречал такие лайфхаки, где советуют устанавливать вместо нейлоновой проволоки стальной тросик. Конструкция получается мощнее и режет все на свете. Самое главное при установке такого тросика сделать так, чтобы концы были ровные и вся конструкция была в балансе. А иначе будет бить и ничего хорошего не получится. Так, тросик я установил, пора испытывать. И самое главное, помним о правилах техники безопасности. Очки обязательны. И желательно, наверное, не повторять такого дома. Я это делаю просто ради эксперимента. Во время кошения таким стальным тросиком было два наблюдения. Во-первых, косит заметно лучше и бодрее, но во-вторых, какой-то очень неприятный звук издает. Прокосил вот каких-то тут 3 квадратных метра, и вот что случилось у меня с тросиком. Все, короче, ему конец. Вот, еще часть, кстати говоря, оторвалась, уже улетела куда-то, хорошо, хоть не у меня. Предлагаю провести еще одну проверочку. Так, план такой. Я хочу посмотреть, что сделает тросик в триммере с ногой. Вот бумажная труба от линолеума будет изображать ногу. Нашел старые ненужные джинсы. Сейчас мы одеваем джинсы. Надеваем джинсы. Одежду надевают. Надеваем джинсы. Вот, смотрите, какая модная нога стала. И сейчас фигакнем триммером с тросиком по ней. Посмотрим, что будет. Я думаю, что, кстати, джинсы порвет, но джинсы целы. Будет неприятно, но ногу вам не оторвет. Так, давайте сделаем кое-какие выводы, стоит или не стоит вставлять тросик в триммер. Мое мнение, конечно, не стоит, это бред. Потому что, ну, сами смотрите, я вставил, прокосил 2 метра. С этой стороны кусок тросика оторвало, улетел. Хорошо, ни в меня, ни в глаза. Этот весь распетрушился, и я так понимаю, что тоже постепенно улетает. Да, это косит. Ну, то есть это было понятно, что он будет косить, потому что это металлический тросик на оборотах, он должен косить. Но на самом деле смысла в этом нет, это абсолютно небезопасно, глупо. Да, не оторвет ногу, я проверил, как бы все нормально, джинсы не пробивает такой тросик. И смысл какой, друзья, какая экономия вообще? То есть вот такая штука стоит 200 рублей. Мне такого мотка 15-метрового хватает на весь год. Я кашу участок в 30 соток 5 раз за лето. И вот такого мотка хватает с головой, то есть 200 рублей. Смысл вот этого все делать, искать тросик, искать сварочный аппарат, заваривать. Потом все равно отскочит, разлетится и, не дай бог, еще в глаз полетит. Так что, друзья, я проверил еще один дурацкий совет из интернета. Тросик в триммер вставлять не надо. Это глупая затея. Это был Миклуха Макфлай. Всего вам самого хорошего. Мы за безопасность. Пока-пока.